Приветствую на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть Ассасин Черные паруса. Итак, мы высадились где-то на острове. Где мы там, я хрен его не помню даже. Горячая. Ну-ка. Что случилось с тобой? Ну-ка. Так. Угу. Переместиться, а мне туда не надо. Мне куда-то сюда надо. О. Подождите, орел. Бежим к орлу сначала. Раскроем местность. Кстати, на этом острове, там среди крокодилов, тоже бутылка есть. Где-то, я не знаю, про... Ну, что ты... Давай. Блин... Я как понимаю, это из-за ОБС-ки нахрен. Хренах это у меня тут. Видяха, да, не тащит? Так, минутку. О, ну, то это значит... Ну давай. Надо еще, чтобы прогрузилось, да, немного. Вот сюда мне. Давайте. За мной, девчат, блин. Это АБС-ка жрет у меня. Так-то она у меня без замыкания идет. Что-то я не понимаю. Ну да, кстати. Нет. Вот так вот надо. Что-то я пропустил где-то. Давай. А, вот она, колокольня. Да отойдите вы. Блин, я даже не знаю, как я буду этот панкиллер записывать. Ну давай, давай. Опа. Где у меня тут? Залазит. Прорисовка людей и все вот это вот. Мать его, идти. Опа! Даже вторая часть не глюкала. Чё вы, блин? Грёбаный народец. Это вот из-за детализации вот этих персонажей левых нахрен.
Их половину можно убрать. Даже если не больше. Давай. Я тем более не на Xbox каком-нибудь играю, не на PlayStation, а на компьютере нахрен. Клянусь богом, вот славная встреча. Выпей с нами. Привет. О, Кенуэй. А это кто? Адевали. Квартирмейстер Галки. Галка? Галка. Ты что, назвал свой брик в честь дурацкой птицы? Аде, это лучшие люди здешней конфедерации. Эд Тэч, Бен Хорниголд, Джеймс Кид. А ему можно доверять оружие? Тихо, Бен. Аде спас мне жизнь. Мы ищем людей, нам не достает команды. Ну, тут хватает ловких молодцов. Но осторожней. Недели две назад сюда пришел королевский флот. Расхаживают здесь, будто хозяева. Ясно. Посмотрим, что выйдет. Куда меня ведут? Так. Так, данная шкала показывает силу вашей команды. Понятно. Я вроде себе набирал хорошую команду. Отправляй всех на галку. Я найду им дело. Счастливо. Так. Начнем оттуда, издалека. Прыгай. Вот так. Первые ребятишки у меня есть. Да ё-моё. Где они? О, где-то рядышком. Я, на. Может, и выгляжу так, но я не из бандитов, нет. Вот так, сойдет? Вполне. Выручили, сэр. За Джеком не пропадет. Ну, пойдем еще, вон тех освободим. Тем более, они где-то здесь не... О! Минутку. Вон они его бьют. Не трать мое время! Все равно пойдешь! Ребята, да вы послушайте, что да. Я говорю. Пожалуйста. Вот так. Сойдет? Прекрасно. Капитан Кенуэй, вовремя вы. Жду на борту. Набираем команду. Ну давай, давай, беги. Ой, ты мать его. Слышу. Народ любит казни. Нехорошо лишать людей зрелища.
Эй, тварь, только мой хладный труп с собой. На, аж двумя саблями. Грация, благодарю. Да не за что. Ваш капитану. Так. Надо набрать команду, ё-моё, блин. Да. Что-то до этого у меня не тормозило, видимо, где-то что-то опять надо, блядь, в компьютере смотреть, нахрен. Наверху. Вот так. Немного осталось. Вот самое что, без АБС-ки у меня же нормально, это хренак эта игра, все хорошо идет. А тут она, видимо, жрет у меня нахрен. На. И у этого, подожди, вот этого давай. Нормально, давай, беги. Отлично. Слышь, фото снял. Беги. Беги, Лола, беги. За твою мать. А просто бежать ты не можешь? Охренеть. Ёбаный макак. Ну что, теперь отправишься на промысел? А слыхали про обсерваторию? Ну да, старая легенда. Как Эльдорадо или источник молодости. Конкретнее? Не то храм, не то гробница. И там лежит сокровище. Точно. Смотри. Брехня. Хочешь гоняться за сказками вместо золота? Это дороже золота, Тэтч. Дороже добычи с любого испанского галеона. Грабить королей, чтобы нищие стали богаче. Это да. Это не богатство. Это сказки. А я найду. Из-за принципа. Назло вам.
Так. Ну вот же, нормально бежит, твою мать. Утро доброе. А неплохую игрушку ты раздобыл. Какой-то ты зеленый, Хорниголд. От зависти? Потому как у меня больше? Да, небось, опять эта дрянь с Ямайки. Предпочитаю испанский. Итак, ты обзавелся роскошным бригом? Да. Ладно. Я научу тебя управлять им. И заодно тому, как брать приз в бою. Тэч, жди в старом рыбачьем поселке. Ага. В старом рыбачьем поселке. Это у меня костюм Альтаира, да? Люблю сам вести свои корабли, Бен. Так надежно. Добавим ходу, ну же. Не учи меня, Бен. Сколько призов мы взяли вместе, когда были приватирами? Одно дело участвовать в нападении, другое возглавлять. Итак, ищем купцов, мальчики. Их сюда набиты грузом. Возьми трубу и найди нам шхуну, Кенуэй. Ну, вот. Увидишь, что именно они везут. И заодно поймешь, насколько защищены их корабли. Черт, мимо! Готовы стрелять, сэр! Блин! Хороший залп нам поможет! На! Так, сойдет? Подождите, а мне где? Так, а параметры... Управление, управление, так, управление кораблем. Поворот направо, так, фолькнет. Пение морские, так, прицелиться. Мортира. Так, выстрелить, камера вверх, камера вниз. Что там нигде нету, да? Вон там какая-то. Ну давай. Вот как раз за волной. Блин, мне корабль нужен. Сэр, справа! Человек у воды! Кэр! Крепите лейра! Акула. Нет, надо искать. Да-да-да. О! Будешь щуриться на солнце, ничего не найдешь. Возьми трубу. Вот достойный приз. Отлично. Теперь сближайся. Когда ты уже взял приз, демонстрируй власть, требуй от пленника. На! Это подчиняет тех, кто слабой. Не знаю, капитан. Они слишком близки. На! Да мы понимаем. Запомни, твоих жертв всегда должна страшить мысль о том, что ты в любую минуту можешь переменить свое решение. На.
На. Вот так, все. Я захватил. Кутенгован Бендия, сеньор. Я капитан Хорниголд, а это моя команда. Мы моряки, как и вы, но цели наши весьма разнятся. Ибо мы жаждем лишить вас благ земных. Однако же мы пощадим жизнь всякого на этом судне, кто покорится нам. Все ясно? Ну, мы мате, сеньор. Его фамилия. Се ло суплико. Кто здесь знает английский? Инглес? Мало. Скажи, друзья, мы забираем ваш груз, но никого не тронем, если все будут спокойны, как паруса в штиль. Ясно? Повторить прошу. Да чтоб вам лопнуть. Заприте их в трюме и забирайте все, что не прибито. Вот и весь разговор, собственно говоря. Починить галку. Столкновение! Спустить паруса, ловим ветер! Не так. По себе, когда в трюме столько ворованного груза. Привыкай! Еще несколько таких призов, и считай, день удался. Сойдет. Для выполнения моей задачи вполне. Вот они, они. Убегаю, да? На абордаж. Ну куда ты? На. Вот так. Что, он именно на меня, что ли, так обозлился? Но я же могу из другого края зайти, идиотинушка. А я все не успел, блин, я. Все, ребята, сделали. Починим. Пиратствуем. Еще с полдюжины таких дел, и денег на год хватит. Вот продадим груз и добавим еще пару безделушек на твою галку. Что мне год? Я ищу приз, которого хватит на всю жизнь. Я буду королем Вест-Индии. Вспомни, мы сбежали в Насау, чтобы забыть про королей. Что ж, буду благородным и состоятельным джентльменом. Хватит уже про свою красотку. Наш дом Насау. Не Англия. Ты не мечтал о большом куше? Тогда же в Насау у меня будет свой дом. Где столько золота и серебра, что тебе на всю жизнь хватит. Мечтал. Но что с того? Неплохо бы найти десяток ничейных сундуков с золотом. Но это, как честный король, редкость. Как-то красивый корабль. Да... На таких вот плавать, да плавать.
Ветер мощная штука, гонит корабль, кстати, такую шхуну хренакает. Ладно, телепорт. Спустить все, кроме гротов. Убрать гроты, залить из брамселя. Гроты по ветру. Протиснемся. Швартуемся. Крепче вяжи. Здравствуйте. Necesita algo? Купить. Улучшение галки. Твою мать-то. Только одно улучшение купила, вы уже нахрен. Мне еще много чего покупать. Так, украдите ром 20. Неплохой был день. Если так пойдет, Насау станет первым городом, где люди будут жить вольно, как велел Господь. Нужна лишь пара капель крови и пота, да клочок ткани. Мы не ходим ни по чьими цветами, не забывай. Этот черный флаг — лишь знак твоей приверженности свободе человека. Теперь он твой. О, еще, блин, короновали меня нахрен. Клянусь. Верни-ка мне мой список. Нашей республике, кроме золота, еще понадобятся пушки. Нужно атаковать флот. Если это будут люди Филиппа, наш король не будет оскорблен. Ты, должно быть, заметил, что торговых судов в этих водах раза в три больше, чем военных кораблей. Да, легкая, но скромная добыча. Именно. Подождите-ка. Чтобы выманить военных, придется немного... Ловить крупную рыбу на мелкую. Точно. Так что грабь сколько вздумается, капитан Кэтлэй. Давай-ка сюда. Сколько вздумается. Мне не надо, сколько вздумается. Блин, весь мокрый еще. Соленый в воде. Necesita ayuda, caballero? Итак. Не могу, что ли? Охренеть. Ну, спасибо тебе. Награблено металла 70 надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. На мостике. Свободу гротам! Леселя отдать! Вперед! Давай, красотка, расправь крылья! Металл, значит. Кажется, мы их потеряли. Подзорная труба, да, я понимаю. Я так и хотел поступить. Вижу корабль! Военный брик на горизонте! Зоркий глаз, друг! Ты готов, Кенуэй? Этот корабль без боя не сдастся! Кто за то, чтобы взять брик? Крикните «Да!» Это я и ждал услышать! Готовимся к бою! Все к пушкам! Осторожнее с ними, парни! Или обстрелять с борта! Попробуем на них почетки с бортом, или как? Да, это... Мимо!
Давай-ка. Опа. Убавить ли селя? Охренеть. Рифы на гротах. Поднять брамсели. Пли! Меньше хор. Паруса отдать. Подходясь. Попали! На. Спустить бомбу, Марселя и Марселя. Гроб к ветру. Так. Все паруса отдать. Блин, у нас пробоина. Блин, только скажите, как. Так. Так. Забросопись. Блин! Хороший залп там поможет. Блин! К бою готов, сэр. Подожди. Меньше хода. Снаряды помешают им нас протаранить. Черт, без плотника не обойтись. Залп! Попали, сэр. Блин! Ударим по ним здесь, Кэп. Столкновение! Готовы, сэр! Спустить промселя и бомб промселя! Сейчас мы по ним! Стоп! Готовы, сэр! Готовы стрелять, сэр! Наполни каждый дюйм! Паруса бросают! Шевелись, черти! Так... Спокойненько. Вот так. Еще немножечко. Меня сейчас так загасят. На. Убил. Ха-ха, наконец-то на. Фух. Ой, да вы-то мне нахрен не нужны, мне железо надо. Металл 65, а мне надо 70 металла. Дерево и ткани. Рифи, Марселя, Марселя. Где-то тело у нас. Поднять лисели. Паруса отдать. Вон он плавает, падла. Отдать Марселя и бомб Рамселя.
Не вижу. Так. Вот оно. Поворачивай, поворачивай к нему. Ну. Опа. Блин! Ну попади же ты уже. Рифит все Марселя. Давай-ка собьем ему паруса. Блин! Отдать все, вперед! Убавить веселя! Убрать вас! Давай, баловый пироги! Готовы, сэр! Так. Так. А бросок ветрей к ветру. Все на паруса отдать. Меньше гор. Накидывай. Блин. Давай, 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 разворачивай, разворачивай. Двое готов, сэр. Не стреляю. Короче, сам там поможет. Давай. Они уязвимы здесь, надо бить. Сейчас будет зал. Блин. Подожди, подожди. Попали! Блин! Все паруса отдать! Им шлюп-клюп помогает. Спустить все, кроме гротов! Блин! Блин! За добычей быстрой и кровавой! Мы дождемся, вот сэр! Живей! Живей! Все. А, бардаш! Будешь моим сладеньким. На полу пусть пускай. Я была с мундиром на борту. Так. Блин. На. На. Вот так. На. Перебили. Награбили. Починить. Так, здесь, по-моему, у меня известность надо тоже сбивать. Вот так бойня права. Что в итоге? Выгодная сделка.
Теперь самое время залечь на дно и не привлекать к себе внимания. Согласен. От своей известности. Деньги, друг мой. Давай, давай, давай. Дашь взятку нужному чиновнику, солдаты оставят тебя в покое. Верно, так и сделаем. Познакомлюсь с этими добрыми самаритянами. Мудро, друг. Самаритянами. Окрестил-то даже как. Че поем? Что, никакой песни нету, что ли? Ничего не собрал? Плохо. Давай, 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 давай. Вот так проходим, проходим. Мимо этого кладбища. Рифы Марселя и Брамселя. Рифы на Фоке. Ну уже. От ветра. Чалим. Перепрыгнул твою мать. Чё ты, блядь, такой неудачливый в этом плане? Так. Значит, пока не сюда. Рановато, да? Так, а где у нас? Помогу скрыться. Интересует? Мать его, подожди, да, интересует. У меня связи с высшими силами, мой невинный друг. Твою мать, мне высшие силы тебе дам. Мне надо оглядеться тут. Где-то тут. Вот она. Давай, 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 давай. Опаньки. Сначала уроки. Папа, я блины хочу поесть. Я голодный. Вот уроки сделаешь и ешь блины. У вас также уроки происходят, да? Ну да конечно. Есть не срать, можно обождать. Оглядываем место. Мы где будем обитать? У нас дом уже где-то должен быть, я точно помню. Блин, а что за часть-то? Вторая или третья часть там? Вторая, по-моему, да? В Венеции там делать. Все устраивать и обустраивать там можно было. Плывем. Нам сюда. Слава богу, попал хоть. Купить. А, мне тут не хватает, да? Бортовые орудия. Да мне до хрена чего не хватает. Ну ладно. А внешний вид галактики. А, тут тоже надо, да?
Выходим. Бортовые орудия улучшены. Чего за непонятная радость? Пока улучшений-то хрен да ни хрена. Браво, Кенвей! Ты создан для нашего дела. Что по сердцу, то не в тягость. Ха-ха! Вздор. Но это не навсегда. Я только хочу накопить золото на землю и на титул. Боже, да сам себя послушай. Все грезишь о своей красотке в Англии, а тут любую выбирай. Прибежит, только помани. Достойные цели, господа. А ведь я вроде как среди отпеток негодяев. Вот и заткнул вам рот всем. Отличная сделка. А что команда? Команда ликует. Поговаривают о встрече с мастером Кидом, чтобы ограбить плантацию. Плантацию? Как смело. И выгодно, если получится. Да. Это идея. И я с вами согласен. Надо грабить. Надо грабить плантации и корабли. Ну, корабли не особо, там, блин, мороки с ними больше. Нет, сахар нахрен не нужен ваш. Я хочу кое-что проверить. Капитан в море! О! Бутылочка нама. Давайте посмотрим, какая карта здесь лежит. Что покажем? А, не, место моего рождения, какое-то письмо. Вообще не то, что я хотел. Это письмо. Что я могу сделать сегодня для вас? Купить боеприпасы. Улучшение галактики. Блин. Мощность обычных ядер. Вот. Условия так, особые чертежи ядра. Блин, нет, железо на ткани, да? Ну давайте пока что есть хотя бы. Тяжелые ядра. Нормально. Мортирных ядер. Вот некоторые, кстати, это вот по карте только открываются. Я так, по-моему, думаю. Точно я уже не помню. Так, трюм мы увеличили. Так, гарпуны. Пока не то. Так, боеприпасы.
Так, все. Мортирные ядра. Тяжелые ядра. Так, могу нанести так врагу урон. Вот теперь я понимаю, хоть немного радости у вас, и то нахуй. Подожди. Тут где-то команду можно набрать, да? Вон туда мне. Да, она такая. Сейчас нахренакает. Так, ну-ка циц там. На. На. Вот так вот. Где-то здесь. А, нет, это контракт. А я почему-то думал, могу бригаду себе нанять. Да твою мать, ты обезьян большой. Давай. Поймать ветер! Паруса отдать! Круче к ветру! Койки вниз, по местам вот стоять! Думаю, опасность миновала. Давай. Блин, там ни одной песни нахрен. Вот так вот скучно и поедем сейчас. Сколько там? 2000 мили, по-моему, да? Хренакать. В тишине. Мортира. Запретная зона. А, мы грабить же едем, точно. Блин, надо как можно больше грабить. О, мне обогнуть надо. Справа огибаем. Давай. Лисили поднять. Ловим шквал. Шквал. Ловить-то ловим. Убавить лиселя. Ослабить бизань. Давай, давай, давай. Так. Нам сюда. Там в воде добыча. Припить все морзеля. Подобрать паруса.
Или что, я должен был где-то тут причалить? Ничего не знаю, вот так будет. Для начала я открою здесь местность, мало ли, вдруг я могу сюда телепортироваться в дальнейшем, как в прошлом Ассасине. На. Опа. Это мне помогает всегда, кстати. Местность открывать. Кстати, собирательство у меня уже, блин, вот раньше собирал, мне нравилось. Сейчас уже не собираю ни хрена. Прекрасный обзор. Прекрасный. Значит, тяжелые ядра могут быть чертеж еще, кстати, под водой. Продать. Продажа сахара. Вот мне сахара нахрен не нужен. Да ну, отпрыск самого Уильяма Кида. Совсем юнец, но такой же озорник, как покойный отец. Да, девчуля, это девчуля. Весьма рад встрече, Кенуэй. А ты все так же элегантен. Стянул костюм у какого-нибудь франта в Гаване? Нет, сэр. Я снял его с трупа, принадлежащего хаму, оскорбившему меня прямо в лицо. Ну, это правда, кстати. Что ж, ходят слухи о нападении на плантацию. От меня ведь нет секретов? Похоже, что нет. Каждый день мимо проходят шхуны с сахаром. Везут с соседних плантаций. Они достаточно часто причаливают сюда поторговать. Есть один человек, на котором можно хорошо нажиться. Пожелаешь ограбить плантацию? Я желаю. Покажу. Только мне сахара-то нахрен не надо. Пожалуй. Мне ткани нужны. Железо надо. Этой плантацией владеет господин Бекфорд? Именно так. У него много плантаций. И он безумно богат. Таких-то и нужно грабить. Где-то здесь есть его человек. Проследи за ним, и он выведет тебя в поле. Излишнее внимание публики. На. Ну, совсем дурачок. На. Это он желтым просто высвечивался. Вау, 3,5. Ну, да, хорошо. Вот он. Сам господин Бекфорд одобрил эти цены. И он уверен в качестве товара. Ну да, паток и тростник ничего так, не поспоришь. Я очень рад, что вы так считаете. Хоть ваше предприятие и несколько сомнительно, вы кажетесь дельными людьми. Куда ты пойдешь? Сейчас, минутку, подожди.
далеко не уйдет за это время. Или уйдет? Давай. Ла-ла-лай, ла-ла-лай, я танцую, ла-ла-лай. Что, не видишь меня? Опа, и опять мимо, да? Баффорд, Мэннинг, ко мне. Здесь мы закончили. Да, сэр, куда дальше? Вернемся на плантацию и загрузим трюмы товаром. Урожай в этом году удался. Говорите тише, сэр. Это ведь не дружественный порт. Глупости. Я только что чудесно пообщался с одним местом. Мы пришли к соглашению. Как скажете, сэр. Поднять флаг, парни. Пора домой. Hey! Hold a moment, squire. Hold you. Aha, now you've died. Доберитесь до штурвала, галки. Ну сейчас то уж можно. На. Поверх, да? Ой. Станьте инкогнито. Охренеть. То есть меня вот из этих двух чепушил, короче. Ой, ёж твою мать. По миссии опрокинули. Охренеть. Стали выпаться на меня. Опа. Да опа. Да потушеньки. Поднимаемся. На бортушеньки. Становимся за штурвал. Отдать скорости! Капитан, вы задумали нечто рискованное? Этот взгляд мне знаком. Да, ты прав, Аде. Я только что слышал, как один из людей Бэкфорда похвалялся своей плантацией и складами там. Думаю, мы могли бы избавить его от этих товаров и продать по куда более выгодной цене. А, славная мысль. Я только за. Прекрасно. Ткани. Мало, конечно, но... Так, запретные зоны. Это мы знаем. Осторожнее, капитан. Тот постоянно патрулирует враг. Стой, Аде. Впереди враг. Я вижу. Убрать веселя отдать! Вперед! Куда они? Поднимаем все паруса! Спустить промселя и промселя! Нос! Поднять всех, кроме нижних! Блин! Спустить паруса! Убрать все паруса! Отдать кроты! Вот так потихонечку. Плывет. Рифи, Марселя и Брамселя! Спустить Брамсели! Живей, живей! Чтоб каждый парус наполнился ветром! Чисто, капитан! Накитовы! Так. Отдать все! Вперед! Больше парусов давай! Убавить паруса от пути! Да. Живее, ребята! Лишнего не дам!
Паруса отдать! Давай, давай, давай. Образок и трей к ветру! Все паруса отдать! Койки вниз, по местам стоять! Пока нормально идем. Спустить все, кроме гротов! Паруса спускать! Убрать гроты! Гроты по ветру! Все наверх. Это человек Питера Бекфорда. Слыхал о таком? Сахарная империя Бекфорда. Да, Бекфорда и Дракса. Опять я сахар. Я знаю эти имена. Другие рабы проклинают их. Ты работал на плантации, да? Да, на небольшой. Я тогда работал в варочной. Варочной? Что же там варят? Тростник? Или что другое? Сок тростника. Делать сахар непросто и опасно. Потому он и стоит так дорого. Как устроен рабочий процесс на плантации? Сначала тростник срезают, потом перетирают между железными жерновами и давят сок. Потом, чтобы выпарить воду и получить сахар, мы кипятили собранный сок в огромных медных чанах. И знаешь, брат мой, нет ничего горячее кипящего сахара. Он липнет к коже, как птичий помет, и жжет, оставляя страшные шрамы. Прекрасно. Еще парусов! Паруса бросать! Шевелись, черти! Нормально, прошли, прошли. Ослабьте старушку, ребята! Это вам не приз, сэр. Слишком близко вставать нельзя. Солдаты с плантации точно поймают нас. Бросаем якорь. Ты на берег. Мы присмотрим за галкой. Вартуем. Трави! Трави! О, живо, сейчас живо. Будем грабить! Так. Ух ты. Блин, я уже забыл, что там. Маят. Вот так. Блин, а чё? А, мне еще надо вовремя добраться до места назначения. Ладно. Понял. Блин, я думал, просто доберитесь. А, действительно, смотрите-ка, время идет. О, подожди. Это я уже открыл же, но... Там, по-моему, одежда мне только какая-то будет, если я все вот эти соберу. Не обязательно атрибут там. Блин, и так не успел. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, я тут сейчас собрал, сейчас там можно просто подебежать. Медальон Майя собран. Теперь беги по берегу, что проще-то.
чем дело? Отметили, сэр, вот и все. У Джонса именины. И вы осмелились выпивать на посту? Не беспокойтесь, у нас все улажено. Что ж, скоро узнаем. Сегодня нужно удвоить, сэр? Но зачем? За мной следили по пути. Хотя корабль был слишком велик для этих негодяев. Но точно не работорговцы, судя по кораблю. Удвойте стражу, пьянчуги! И смотрите, не проморгайте ничего важного. Так. Эй, наверху, шевелись! Работа не ждет! Простите, сэр. Я буду смотреть в оба. Ох мой! Что такое здесь творится сегодня? Как собираешься бить тревогу, если ты, мертвецки пьяный, на ногах не стоишь? Простите, сэр, я в норме. Если увижу что-то странное, тотчас же ударю в колокол. Обещаю. В норме. Блин, меня спалили. У кого из вас недоумков ключ от склада? Ну? Почему слишком далеко? Нормально я был. Так, ладно. Блин, вы что-то меня озадачиваете сами уже. Вы осмелились выпивать на посту? Не беспокойтесь, у нас все улажено. Что ж, скоро узнаем. Сегодня нужно удвоить страну. Удвоить, сэр? Но зачем? За мной сильнее. Пираты. Хотя корабль был слишком велик для этих негодяев. Точно не работорговцы, судя по кораблю. Удвойте стражу, пьянчуги! И смотрите, не проморгайте ничего важного. Эй, наверху, шевелись! Работа не ждет! Простите, сэр, я буду смотреть в оба. Ох мой! Что такое здесь творится сегодня? Как собираешься бить тревогу, если ты, мертвецки пьяный, на ногах не стоишь? Блин, жалко, что у меня этого воздухана нет, сэр, который бесшумно бьет. Я в норме. Если увижу, что в предыдущем ассасине был. Сейчас же ударю в колокол. Обещаю. Кто здесь за все отвечает? Мне нужно попасть на склад и немедленно. У кого из вас недоумков ключ от склада? У кого? Ключ, черт побери! Найдите мне ключ! Трезвых здесь совсем нет? Дайте мне ключи от склада! He's trying to give us the slip! You! Stop! Intruder! I need some help here! What the? На.
Не. Обрежем все это нахрен. Вот он ключ. Так. Все. Беспалево, да, называется? О, дерево, металл, ткани, ром. Ну, сахар мне нахрен не надо. Ром, кстати, тоже. Результат. Про первые два. Ничего, неправильно у тебя. Так, доступное испытание. Выполните 5 двойных убийств. Так. Ну-ка, ну-ка, не-не-не-не-не-не. Сундук. Давайте местность откроем. Ой, кто там булькает? Давай, 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 давай. Выше, выше, выше. Вот так. Ну, так спокойненько так. Опа. Сейчас посмотрим, чего у нас здесь есть. Так, а мне-то куда надо? Все, мне надо сваливать отсюда. Бежим к лодке. А вот она, лодка. Так. Свободу гротам! Все паруса! Давай. Только об эту скалу нам не разлететься сейчас. Вдоль берега. Ну пока куда-то туда. Туман, туман, туманище. Почти приплыли. А бросок ветрей к ветру! Гранареи! Спустить паруса! Эй, на вантах! Паруса убрать! Да твою мать, отпусти ты ее! Да, я в море. Море, море, мир бездонный. Море, океаны два. Так, сначала нет. Откроем карту. Ну давай, 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 давай.
Блин, вот в первом Ассасине всего несколько башен было, где можно было открывать карту. Блин, вот чем дальше Ассасин, тем больше точек для малой местности. Вы, блин, из Ассасина какую-то обезьяну делаете. Даже там он не был таким сверхчеловеком, нахрен, как вот здесь сейчас. Конечно, и задачи немного другие, но, блин. Ну, за пиратскую республику, братья. Мы богаты, свободны. Я богат, я свободен. И нас не достать королям, попам и сборщикам налогов. Почти 500 человек присягнули на верность береговому братству в Нассау. Славное число. Да. Но нам нужны надежные укрепления. Напади король сейчас, он нас уничтожит. Так найдем обсерваторию. Если тамплиеры были правы, нас не победят. Опять ты за свое, Кенуэй. Это сказки для детишек. У нас... Серьезное дело. Угнать галеон и все пушки на один борт. В нашей гавани он будет славно смотреться. Будто это так просто, угнать испанский галеон. Есть на примете? Именно. Я покажу, где. Тот еще красавец. Толст и ленив. Толстый и ленивый галеон. Ну что, придется красть. Че? Ну-ка сядь. Ну что, пойдемте тогда. Так, а мы можем телепортироваться туда? Вот там карта была. Да и хрен на нее. Брал у испанцев, да? Да. В самый разгар страшной бури. Перед тем, как Серебряный флот выбросило на берег. А ну-ка, давай. Вещи, слухи не врут. Скорее преуменьшают. В тот день реалов затонуло на миллион фунтов. Шторм, забава дьявола. Надо будет понырять там. Посмотрим, что выловим. Поныряй, поныряй. Понырять там как-нибудь. И оставить в покое несчастных карибских купцов. Ничего себе! Это нам говорит пират? Но раз такое дело... Блин, а паруса поменять, что ли? Прибережем звон сабель для солдат и для всех тех, кто встанет у нас на пути. Ткани, сахар. Ни нахрен ваши ткани не нужны. Поосторожней. Неизвестно, что там впереди. Сплошная стена из воды. Не трусьте, ребята. Справимся. Лосось. Идем к лососю. Давай. Вот кто тебя подбил-то? Убавить ли селя? Отсек дроты по ветру! Леселя отдать! Вперед! Трави, нагитовы! Давай! Рифы! Рифы брать срочно! Еще паруса отдать! По местам отдать гроты! А не сахар. О, металл. Спустить паруса. Мать его, утонул. Просто монстр.
атаки. Под покровом темноты, думаю. Да, может и так. Охренеть. Поднять все паруса! Ох ты, ленивый, он еще ничего, что слишком кошмар какой большой. У него вообще есть слепая зона там? Охренеть, у него там радиус разброса. Ай-яй-яй-яй. Блин, металла там много. Вот металла там вообще прекрасно. Что, то ли молния в него корабль. Ром, сахар, тяжелые ядра, мортирные ядра. Все паруса отдать. Какой-то корабль, хрен упустишь еще. Ты чё? Рифы на фоке. На реи! Спустить паруса! Отдать все! Вперед! Все паруса, парни! Успею? Да вроде пока успеваю. Отвернули. Ну и ветер спал. Так вот, не надо ко мне разворачиваться. Меньше ход. Вот так, потихонечку. Линейный корабль, сколько пушек-то там у тебя заряжено, нахрен разнесешь мне к хренам собачьим. Так, нам сюда надо. Вот заходить. Жирненький. Неповоротливый. Но зато когда сдаст нахрен. Со всеми своими пушками. Там-то кто? Блин, вот так бы его бы и забрать. Брик этот, металл 38. Блин. Ладно. Шлюп, клюпов нахрен этих. Безрассудство. Давай. Твой старый друг? Я не назвал бы его другом. Но мы долго работали вместе. И я его уважаю. Это что, это не я. Mm.
один залп нахрен. Зона поражения мортир, когда вы находитесь под огнем мортир, зона поражения отображается кругом на воде. Это мы знаем. Капитан, мортиры! Успели? Да ни хрена мы не успели. Вот так. Чарльз Вейн удирает, поджав хвост. Неплохо, совсем неплохо. Потопите. Вот проклятие. Надо быстрее разобраться с ними. Забудьте про Галеон. Отправим этих выстрелов. Он сокрушен. Ждем приказа, сэр. Сам! Там у него уязвимое место. На. К бою готов! Пли! К бою готов, сэр! Залп! Хороший залп там по... Кэп! У нас на хват... Пли! Мы сейчас разваливаемся на части, капитан! Сейчас будет залп! Стреляют, сокровь! Да подожди ты! Стреляют, сэр! Вроде бою водички! Блин! Ладно, посмотрим сейчас, с чего начнем тогда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чарльз Вейн, образчик безрассудства. Твой старый друг? Я не назвал бы его другом. Но мы долго работали вместе. И я его уважаю. На. Просто протаранили его нахрен. Блин, блинский. Образцов ветрей к ветру! Спустить брамсели! Живей, живей! Слева по борту! Погей какой-то груз! Правый бампер! Груз Морриса! Убавляй от ветра! Вот сюда! Где-то зацепило верхушку. Чарльз Вейн удирает, поджав хвост. Неплохо, совсем неплохо. Вот проклятие. Надо быстрее. Давай, давай, давай. С ними. Забудьте про Галеон. Отправим этих выскочек в ад. Стреляют! Пли! Он сокрушен! Пли! Пока он так. Готов, сэр. Стреляют! Наполни каждый дюйм! Сау! На! Блин! Вот так. Глотни водички! Блин! Меньше гор! На! Вот так. К бою готов, сэр. Блин, не подсобрал груз-то от них. Идет к тому острову. Я знаю это место. Природная крепость. Там засел француз, капитан Дюкас. Жульен Дюкас, тамплиер? Звать так, про титул не знаю. Я его знаю. Он вспомнит, что видел мой корабль в Гаване и задумается, кто на борту. Это опасно. Но я не хочу терять Галеон. Подумай. Не теряй. Не хочешь, не теряй. Может, дождаться темноты и на абордаж?
Ну какой нахрен тебе абордаж? Ну давай. Капитан у руля. Свободу гротам! Накидывай! Итак, вот мы приближаемся уже сюда. Одинокий безумец. Начать задание. Блин, ну я как Джек Воробей буду в одинокого, что ли, красть корабль. Как принято в нашем братстве, мы никогда не выполняем слепо приказы одного безумца. Но руководствуемся нашим общим безумием. Наше внимание привлек отличный галеон. Мы хотим, чтобы он служил на благо Насау. Итак, проголосуем. Все, кто за то, чтобы напасть на бухту и взять приз, топните и крикните «Да!» Те, кто против, прохнычьте «Нет!» И парламент не бывал столь единодушен. Ладно. Так, ну-ка, малыш, отойди. Доступное изготовление. Да я знаю, что доступное изготовление. Только зачем мне эти наряды? Я себе уже взял наряд ассасина. Так, а куда? А, ну-ка, вроде вспоминаю, что-то такое. Бля. Вот она. Оп. И вот так вот, опа. Блин, раньше я тут ползал, собирал все это. Сейчас нахрен не надо. Не туда. Вот так. Все верно. О-о-о-о. Ничего не знаю, давай ползи вверх. А что здесь? Блин, я что, из-за сундука сюда, что ли? На. Вот. Опа. Да опаньки. А потушеньки. Блин, кто-то же еще строил эту все. Да. Блин, блинский. Ну не тормози. Снять шкуру. Эй, ребята, снимите с него шкуру. Так, минутку, кто-то есть. За поворотом. А, подождите, у меня... Ага. Вот так. Ага.
Кто там еще? Где-то здесь? Вот так вот. А, сундук, сундук. Это же все из-за сундука здесь. Блин, нападай, добей. Только тут, если я не ошибаюсь, хищники должны быть. Дальше, блин. Из этого лагаешь? Так. Из-за джунглей? Сундучок. Как-то красиво, да? Водопад там, джунгли, он куда падает, там хрен пойми. Только как вот там вода, откуда берется, куда падает? Интересно. Как реки находятся так высоко, что потом спадают аж? Ну давай, давай. Господи, ж ты, боже ж ты мой. Хоп. И хоп. Ла-ла-ра-ла. Давай, не глюкай. Оп, мимо. Ну-ка. На. Лошарики. Беги, 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 давай. Бомбардир. И давай сюда. Отходи. Блин, сейчас выстрелит. Да. Вот так. Пока я неплохо иду. Тропа вот одна, блин. Алтой.
Минутку. Да успокойтесь вы. Тихо, тихо. Эти все еще там лазят кого-то. Что вы там забыли? Вот так вот. Блин, сколько вас тут? Там кого-то рассматривают. Ты мне не помешаешь случайно? Все. С тобой мы договорились. Залезть посмотреть, осмотреться сверху. На, а достала совершенно невиновному. А я туда смогу вообще залезть, посмотреть-то? Я так думаю, нет. Ладно. Подождите, блин, у меня тут все подвисает. Давай, 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 давай. Блин, средства-то на железо я собираю, конечно, но все равно не такое простое это дело. Подождите вы. Оп. Опа, мокренький. Убить тамплиера. Убейте Жюльена Дукаса. Быстрее, парни! Помнишь свой подарок? Он ответит за меня. Сукин сын. Еще какой? Как ядро. Да и ума столько же. Извини, приятель. Но твои друзья-тамплиеры не должны знать, что я еще жив. Мне жаль тебя, Буконьер. После всего, что ты видел, что узнал о нашем ордене, ты так и остался просто вором. Я не вор, я пират. А это что? Мелкие кражи — предел твоих мечтаний. Или тебе не хватает ума постичь нашу цель? Мир, где рухнули все империи. Мир, где есть свобода. И нет кровососов вроде тебя. Да тогда этот мир не нужен, где нет меня. Который ты создашь своими руками. Бухта наша!
Ну вот и все. В одиночку взял корабль. Убейте Дюкса на воздухе. Избегайте стычек, а наоборот всех перевалил. Причем преднамеренно завалил. Заметьте. Получайте различные части своего корабля. Привет. Я смотрю, ты отключаешься, вот и решила забежать. Небольшой презент. Мы награждаем лучших сотрудников за усердие. Денежных поощрений тут нет, поэтому так. У меня таких 11. А... Бонжур. Конечно. Я передам. Похоже, Оливье хочет тебя видеть. Прекрасно. За мной. Тебе на верхний этаж, там все просто. Но вообще новичкам легко заблудиться в здании. Поэтому наши ребята состряпали специальную карту. Проверь коммуникатор. Я отметила там кабинет Оливье. Быстро найдешь. Ну, давай. Оливье славный парень. Оливье. Оливье, это салат нахрен. Руководство, конечно. Алло. Эй. Тест, раз, раз. Работает хоть? Да работает, я тебя слышу. А, это Джон из IT. Мы уже знакомы. Я отлаживал твой анимус. Я тут в Абстерго. Вроде Скотти на нашем звездном пути. Отвечаю за технику. Есть минутка или... Да, у меня, конечно, хоть две минутки. Судя по трекеру, ты направляешься к Оливье. Ладно. Свяжусь с тобой позже. Есть к тебе одна просьба. Давай, сейчас выслушать этого тварюгу надо. А почему так? Бонжур. Заходите. Он вас ждет. Спасибо. Дверь только открой. Ну, я поставлю под угрозу наш флагманский проект только в том случае, если вы мне напрямую прикажете. Эдвард Кенвей. Да, вот стройка, кстати. В прошлом Ассасине все было так же, да? Красиво. Так, мне вон туда надо будет бежать потом. Блин, а у нас доступ к реальным пиратам. Слушаем. Память сотрудника. А зачем она мне? Уи-уи. Да не туда. Именно. Обсудим это на встрече акционеров. Да. Жду с нетерпением. Так, это мои воспоминания были. До встречи, Летиция. Салю, спасибо, что нашли минутку. Я знаю, вы заняты. Я посмотрел ваши данные. Очень мощно. Придется, конечно, почистить кое-где для семейной аудитории. Может, переозвучить Эдварда под Джеймса Бонда, чтобы женщинам нравилось? Да. Красивый город, правда? Да я уже сказал об этом без тебя. Что ж, я позвал вас сюда обсудить так называемую обсерваторию. В ваших материалах она появлялась несколько раз. Да. Так вот, я прошу вас по возможности собрать все воспоминания о ней как можно скорее. Я бы не стал давить, он сам приз, мне все равно. Но кое-кто из руководства Abstergo Industries тянет из меня жилы. Так, следуйте зацепкам по обсерватории, и мы... О, простите, звонок, я отвечу. Еще поговорим. Бонжурны. Алло, бонжурны. Вот так, а что мне? Вы, ту в объем. Добраться до своего терминала опять. Блин, стоило мне сюда приходить. Привет, это Джон из IT. Есть минутка? Хорошо. Одна твоя коллега ушла в отпуск и забыла отправить мне видео, которое обещала. Поскольку меня бесят все прочие твоего этажа, надеюсь, ты поможешь. Можешь выудить нужный файл из ее компьютера и передать курьеру?
Кстати, этот курьер мы его видели, когда заходили. Логинишься и качаешь файл. И все. И поторопись. А то и ты начнешь меня бесить. Доберись до терминала, коллеги. Дверь ага. закрыта? Ха, не проблема. Моя привилегия — первый уровень доступа. Он есть и у тебя. Не злоупотребляй. Логинься, расскажу, что делать. Так, подобраться к данным надо в обход ядра. Когда получится, твой коммуникатор скачает все автоматически. Надо как-то обойти ядро, чтобы подобраться к данным. Чё? Взлом удался. Супер. Файл загружается. Я создал базу данных для всех файлов от тебя. Просто найди в коммуникаторе папку «Мои файлы». Все, что ты загружаешь, можно будет найти здесь. Под защитой, конечно. 23 декабря 2012. Группа изъятия... Посмертный отчет. Объект 17. Справляешься лучше, чем я ожидал. Теперь давай в холл, не тупи. Кстати, не рекомендую смотреть скачанный файлик. Можешь, но тебе не понравится. Когда передашь, сделаем вид, что ничего не было. Ладно? А не то тебя совесть замучает. В общем, курьер должен ждать внизу. Кстати, она давно там стоит. Надеюсь, ты понимаешь, если умеешь ломать компы коллег, еще не значит, что нужно это делать. Так. Блин, мать, у тебя, блин, где-то там вход, где-то выход. У тебя кофе гадкий, тебе есть куда расти. О, то, что мы в начале игры я показывал, обратите внимание. Точно по рецепту, можешь проверить? Вот она. Это искусство. Здравствуй. Смотри, кто здесь. Значит, встреча все-таки в силе. Просто ты хамло. Рабочая тетрадь 11.39. Уже полчаса торчит. А ну тихо, не хами. Извини его, кофеин в мозг ударил. Ну, как поступим? Трансфер? Я не знаю, как. Забирайте. Супер, получила. Чек тебе пришлем. До скорого. Пока, Шон. Окей, давай. Пока, Тут. Чао. Только попроси еще бесплатный кофе. Нахалка. Классная, да? Симпатичная. Я уже об этом говорил, что она симпатичная. Уже в пути. Отлично, ты просто чудо. Нет, это перебор. Ты вовсе не чудо. Ты сотрудник. На работе. Но спасибо за помощь. В общем, спасибо. Приятного пиратства. Приятного пиратства. Техслужба на второй этаж, проект образец. Вот она. Заходим в анимус. Анимус. Эй. Ты куда? На рынок? Ну чё ты тормозишь? Нет. Я. Родители попросили вернуться. И я хочу к ним. Ну вот, что значит развисло вернуться? Хоть. Ты живешь со мной. Прости, Эдвард, но отец прав. На ферме тебе достойно платили. Почему тебе не по душе такая жизнь? Со мной. Достойно? Да это был чистой воды грабеж. Хочешь всю жизнь быть женой крестьянина? Ладно, Эдвард. Ладно. Если ты уйдешь, то никогда не узнаешь, что нас ждет. Кэролайн! Кэролайн! Вот так вот. Что нас ждет? А что нас ждет? Кит. Вставай, Кенуэй. Тед здесь? Ветка его. Ушел на Галеоне утром. Делай уроки. Считает, что здесь в бухте мы можем и сами управиться. Да, здесь можно развернуться. Держать флот, например. А если привести в порядок, так и поселиться можно. Возможно, уговорю жену приехать. А ты женат, да? Перед Богом, да.
Жена ушла от меня. Все равно, не болтай об этом. Пираты не уважают тех, кто верен чему-то, кроме рома и разбоя. Клянусь честью. Найдешь что, дай знать. Так, дай знать. А там наверху дом должен быть. Опа. Так. Ну давай, давай, шевели батонами. Сюда, сюда. Да ё твою мать-то. Говори. Ты должен видеть. Что бы ты ни нашел, ну, я уже считаю это своим. Странные вещи, да? Время безжалостно. Может, наследие майя? Или ацтеков? С загадками дружишь? Или, скажем, с головоломками? Да на ура! Не хуже других, а что? Я думаю, что у тебя есть дар. Твои суждения и твое понимание мира. Это вот ты правильно судишь. Ты говоришь с загадками, я тебя не понимаю. Эдвард, полезай наверх. Помоги мне. Ну, сейчас. Сосредоточься, Эдвард, постарайся. Да подожди, я и без тебя-то. Забудь тени и звуки. Смотри в суть вещей. Знакомое чувство. Оно у меня с юности. Будто используешь все чувства разом. Видишь звуки и слышишь формы. Вот так фокус. Вот так. Почему именно так, хрен его правда знает. В каждом на этой земле, будь то мужчина или женщина, таится особое чутье. У меня всю жизнь такое было. Но я-то думал, это как-то свят. Смотри, какую штуку я сейчас доставлю. У тебя дар, Эдвард. Какой странный. А ценный? За деньги не продашь. Но если найдешь все, тебя ждет награда. Сколько их? Немало, думаю. Сюда. Покажу еще кое-что. Блин, я вот не собираюсь по всей карте мотаться и искать их. Раньше, кстати, я мотался и собирал. Вот она, карта. Но сейчас я этим не хочу я заниматься. Нашел тут еще кое-что. Уверен, ты разберешься намного быстрее. Конечно, разберусь. Ты только показывай. От этого так и веет тайной. Мать его. Сюда, сюда. Ну. Мы на месте. Как тебе? Похоже, у господина Дюкаса много тайн. Много. Ника, какая-то массивная лестница. Как думаешь, что там наверху? Деньги. Плащ. Паруса. Да ё-моё. Аквилы.
Подожди, подожди. Вот еще один сундучок. Паруса, месть королевы Анны, теперь даст... Ну ладно. Зная Дюкаса, я не удивлюсь, обнаружив там разнообразные орудия пыток. Железную деву или тиски для пальцев. Ага. Итальянские сапоги, давай, дыба. Ну, только не гильотина. Она, конечно, была во Франции изобретена намного позже. Мерзкий способ умереть. Но какой инструмент? А попробуй ключ Дюкаса. Один есть. Осталось четыре. Так. Может, они у тех четверых тамплиеров? Видишь имена? Отправлены убить эти объекты. Это же карта, что я продал Торресу в Гаване. Он сказал, тут отмечены лагеря ассасинов. Не думаешь, что должен их предупредить? Так я если не в твоей груди бьется сердце, а не камень. Я мог бы. Если так, я найду ключи. Плохая отговорка лучше, чем ничего. Ты меня, по ходу дела, там раскусила. Так, ладно. Ассасины. Охота на тамплиера. Если будет чё, так может, типа, охочусь. Так, минутку. Вот так. Так, здесь у нас только ключи. Нет, не сюда, не сюда. Блин. Так. Я же вроде улучшать это место могу, нет? Ладно. Блин, да хватит. Тормозишь, падла. А как мне туда подняться? Вот так вот. Вот у меня и домик появился. Прекрасно. Было. Так, сзади меня, да, должен быть это где-то шлюп-хлюп-то. Сделала все. Ну, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!